потерять бы. Наша профессия очень сложна тем, что она субъективна. Нужно как-то всегда доказывать, завоевывать, добиваться. Ну, конечно, конкурсы – это борьба какая-то своеобразная с собой и с миром. Поэтому я думаю, что каждый творческий человек, он в какой-то степени боец. То, что мы прошли за это короткое время, да, за несколько месяцев, такой объем информации, профессионализма, который мы наработали за счет вот этого проекта, люди годами это проходят, а мы за такой короткий период смогли все это принять. Для меня это важное событие в жизни.